Котик, твоя кошечка уже здесь, и она хочет почесать тебе животик. Ничего себе! Борщом, что ли, пахнет? Или мне уже с голодухи кажется, а? Пап, прикинь, я борщ по кулинарному справочнику приготовила. Ух ты, Соня, молодец. Давай, наливай, наливай. Ну, руки сначала помой. Конечно, конечно. Соня освоила весь материал за год, можем двигаться дальше. Давайте, давайте, двигайтесь, Соня, лей-лей-лей, давай, двигайся. Спасибо тебе большое. Ей вообще понравилась математика. Даже говорит, хочу быть теперь учителем. Я понимаешь? Рада. Как сама? Скучно. В школе каникулы. Надеялась, что ты привлечешь меня к какому-нибудь делу. Да ты понимаешь, бытовуха одна. Ничего интересного нет. Как только будет, я позову. Или это из-за неудачного свидания? Чего? Ты вообще забудь об этом. Я об этом даже не думаю. Я вообще уже взрослый мальчик, знаешь? Не какой-нибудь там. Друзья? Да это гробы. Да, слушаю, товарищ майор. В загородном доме убит мужчина. Из ружья для подводной охоты. Из подводного ружья? Да, да, из подводного. Так, ну пусть Карасев поедет. Карасев на выезде, занят. На другом деле. Ну тогда, может, после обеда у меня дочка тут такой борщ сварила. Ой, извини, что-то в нас это попало. Кира там у тебя? А, что ты орешь? И ее бери с собой. Все хорошо, буду. Борщ разогреешь. Ох, как вы мне все надоели. Но я никуда не поеду, пока не поем. Ясно? Угу. Все, ты тоже будешь. Садись. Руки. Здорово, Санек. Здрасте. Ну чего, система видеонаблюдения есть? Не успели установить. Это ж новый, только готовили к продаже. Я заметила камеру видеонаблюдения на шоссе километра за 2,5 до поворота ведущего к коттеджу. Поток на шоссе очень значительный, особенно днем. Проверка автомобилей займет много времени. Надо установить точное время смерти, это сузит область поиска. Дорвалась? Ладно, чего? Немного там. Вперед. Всем привет. Привет, Марадона, давно не виделись. Так. Чего ты? Дорожилой, ну как ты? На жвачку пожуй. Да а то стаж нечестно вместе преступления. Пойдем. Так, Нино, что у нас получается? До ближайшего озера километров 5. Это что, убийца его оттуда гнал? А? Пока могу сказать, что убили его в 14:00. Стреляли практически в упор. Стрела пробила сердце, жил он еще 1-2 минуты, не больше. Пока все. Я только начала. Да? А мне с чего начать? Ну, допроси сотрудницу, которая нашла тело. Она в гостиной валерьянку пьет. Симпатичная? Иди уже. Ладно, Кир, пойдем. Точно потеряем тебя. Я приехала. 14:30. Вошла и увидела Павла Алексеевича, убитого из своего же подводного ружья. А что, он всегда, что ли, с ружьем ходил? Нет, он держал его в багажнике машины, думаю, потому что часто ездит на подводную охоту. У него знаете сколько трофеев? Ну, пока я вижу, что он сам стал трофеем. А чего вас с собой на охоту не брал? Я же просто сотрудница и замужем. Очень интересно. А сюда зачем приехали? Я ему документы привезла, потому что он был очень занят, готовя коттедж к продаже. Звучит прям как шифр. Приезжай, будем готовить коттедж к продаже. Ничего не было. Верю, что не было сегодня. Вообще было. Ну, давайте, давайте, рассказывайте мне, что было дальше-то. Так вы выглядите прекрасно, красная помада. Замечательно сексуальный наряд. Белье, наверное, соответствующее. Игорь, может, не надо так? Девушка покраснела. Ну, не хочет краснеть, пусть говорит правду и не теряет наше время. Я же все равно узнаю, что вы были любовниками. Да докажу зачем? Это. Да зачем мне убивать своего любовника? Щедрого и вообще. Ну вот, уже ближе к делу. Дальше. А муж знал о вашей связи? Не говорите ему, ладно? Посмотрим на ваше поведение. Так, сколько сотрудников еще работает в офисе? Наш архитектор Вера Бестужева и секретарша Люся. Они обе были в офисе, когда я уезжала. Плохо?
Придется вас подозревать. Он шутит. Ладно, пошли осмотрим машину подводника. А мне что делать? Выводы. Багажник не взломан. Значит, убийца где-то взял другой ключ. А где он его взял? Я как-то делала дубликат для своей машины в сервисном центре. Может быть, обзвонить? А, давай, обзванивай. Через неделю встретимся. Знаешь, сколько их? Почему? Где-то же он его сделал. Вот именно, что где-то. Наверное, воспользовался черным интернетом. Взял он не брелок, скорее всего, а сканер. Или код граббер. Это такое устройство, которое позволяет считывать оригинальный сигнал с брелка. Брелока. Ладно, пошли. Может, не нам чего нарыло. Хорошая тачка. Да. Ну чего, Нинок, пачки есть? В комнате миллион отпечатков. Спасибо. Заманаешься идентифицировать всех работяг-грузчиков, что здесь побывали. Ну а на ружье этом или на стреле есть что-нибудь? Нет? Кроме отпечатков самого владельца ноль. И те смазаны. В перчатках был убийца. А вот это было на столике. Чего там? Сегодня ты умрешь. Ну что, пацан сказал, пацан сделал. Так, ясно, ясно, ясно. Стоп. А это что такое? А? Портфель подводника, что ли? Смотрела? Нет. Ну что здесь? Вот это уже настоящая математика. А? Смотри. Через 10 дней ты умрешь, через 9 дней, через 8 дней. Я думаю, мужик всерьез эти угрозы не воспринимал, иначе заявил бы. Все письма напечатаны на одном принтере. Он смазывает одну из линий в строке. Молодец! Это важная вещь. Марадона, а помнишь, как мы по принтеру вычислили киднеппера? А, было-было, да. А вот вам еще загадка. На паркете черные полосы. Как думаете, что это? Чего, где? Лупу дай. Да не надо мне. Что это думать-то? Это набойки на мебель ставят, чтобы паркет не портить. Не, не похоже. Слишком узкие. Это следы от подошвы. Я на такие не смотрела в школьных коридорах. Да? А мои чего не оставляют? Ну, может, потому что у тебя белые, а здесь черные. И к тому же такие остаются после более резких движений. Преступник нападал или убегал. Симпатично. Не хочешь меня пробовать? Давай, забирай, я не против. Не, Нин, спасибо. Я рядом с трупами себя как-то не очень чувствую. Ну, не знаю, не знаю. Мне с трупами спокойнее, чем с Марадоной. С ним как на вулкане. Девочки, вообще-то я здесь. А? Ну, будешь? Нет, спасибо. Итак, что мы имеем? Скорее всего, этого подводника грохнул кто-то из своих, кто знал весь его распорядок, знал, где хранится оружие, так? Умел с ним обращаться. Именно. Наверное, был такой же подводник. Ладно, надо приехать в офис и допросить всех сотрудников. Следственный комитет пожаловал. Поздно. Но лучше б никогда, чем поздно. Ты, видимо, не очень ладишь с этим следователем, да? А? Не, с этим как раз все нормально. Даже больше. Ирина Александровна, вам доложить по всей форме? Марадон, как я соскучилась. Да чего? Замужняя женщина. Сейчас увидят. Кто? Это свидетельница? А, я... Вы можете подождать на улице, вас вызовут. А, это хочу тебе представить. Кира Сергеевна, наш консультант, который... По научной части. Здравствуйте, Ирина Александровна. Здравствуйте. Гром придумал. Кира нам очень помогла в одном преступлении в школе. Она учитель математики хорошая. Ну, Громов как отмочит. Видимо, он захотел из тебя сделать этого суперопера. Но ты мне нравишься и такой, Бугров, неотесанный. Да, как Полена. Ты чего, меня обидеть, что ли, хочешь сейчас? Кира, а вы можете нас на улице подождать? Да, конечно.
Спасибо. Ну что, Бугров, не хочешь со мной осмотреть вторую спальню? Ух ты, ух ты, ух ты. Ну ты чего, ты чего? Там не ног наверху еще работает. Да. А мне в офис надо ехать, сотрудников опрашивать. Да. Ну хорошо, я тогда жду тебя завтра с докладом в моем кабинете. Я надеюсь, там нам никто не помешает. Это да, это никто. И только без этой, как этому, консультантша? Я надеюсь, тебе с ней ничего нет? Да что ты, что ты, что ты? Математичка. А, да, такие не в твоем вкусе, точно. Все, до завтра. До завтра. Все, пока. Ну и как она тебе? Кто? Ирина. А, Ирина, очень понравилась. Сразу видно, умеет командовать мужчинами. Пытается, но не совсем получается. Ну, с тобой получилось, я, видимо, не только сегодня. Да? Тебе рассказать, где и когда? Нет, спасибо. Мне не интересует ваши отношения. Абсолютно. А что с голосом? А что с ним? Ну, как-то ревностью кашляет. Мне кажется, это слишком высокого мнения о себе. Просто вы могли бы любезничать в другом месте, а не там, где любит человека. Да? Что, за подводника обидно? Да, хорошо, я потом перезвоню. Привет. Здрасте. Это вы насчет камер наблюдения звонили? Мы. Я все подготовил, только сразу могу сказать, что в указанное вами время ни Вера Бестужева, ни Людмила Саенко из офиса не выходили. Спасибо, но мы все равно посмотрим. Девушка, вы бы от стеночки отошли? Рабочие недавно здание красили, еще не высохло, можно испачкаться. Нам как в офис пройти? А, значит, идете по коридору, там лифт, поднимайтесь на 11 этаж. Ну, если ноги затекли после автомобиля, можно по лестнице. Потом прямо по коридору, 25 метров. Металлическая дверь серого цвета. 14 минут назад у них началось совещание. Видимо, решают, кто фирму возглавит. Слушай, ты случайно учитель математики не работал? Работал. Опером в убойном. Привык, что мелочи дороже всего. А, коллега. А чего ушел? А, стрелять часто приходилось, а у меня уши закладывает. Ладно, я пойду работать. У меня тоже уши закладывают. Может, тоже в охранники пойти? Ты даже вспотел. Чего? Ты от жары? Естественно. Я не знаю. Я просто не уверена, что я готова остаться здесь. Вера Андреевна, вы что? Не надо уходить. Мы обязаны сохранить дядину фирму, и я, как единственный наследник, создам вам все условия для работы. Ну, а кто же будет руководить фирмой? Вера и будет. Опыта у нее больше всех. Дядя Паша ей доверял. Денис, он мне тоже доверял. Я же сказала, что я вообще ни на что не претендую. И в любой момент я готова уйти. Так. Добрый день. Вы продолжайте, продолжайте. Мы подождем. Предлагаю решение. Обязанности генерального директора буду исполнять я. Ты же ничего в этом не смыслишь. Абсолютно. И поэтому, как новый генеральный директор и владелец фирмы, доверяю руководству Вере Андреевне Бестужевой. А Оксана Валерьевна будет исполнять обязанности заместителя. Какой-то бред. Так, решение принято? Принято. Начинаем работать, а я пошел, у меня дела. Надо допросить Оксану и Веру, пока не на взводе. Причем обеих сразу. С племянчиком потом разберемся. Какие у тебя дела? Вечеринка, нам надо решать по финансам вопросы. Вот с Верой Андреевной и решите. А я подпишу. Дамы, я боюсь, что вам придется еще немного задержаться. Вы присядьте, пожалуйста. У меня всего к вам несколько вопросов. Итак, как вы думаете, кто убил вашего босса? Были ли у него враги? Может быть, должники? Я не знаю. По финансам это вот, пожалуйста. Как с Аней? А почему же сразу ко мне? Если кто и хотел убить Павла, так это его бывший партнер, а нынче конкурент Аркадий Новожилов. Я согласна, что отношения между ними сложные, но вот чтобы убивать... А в чем сложность? Они расстались несколько лет назад, поссорились из-за чего-то, и с тех пор так и не общаются. Или из-за кого-то? Я могу рассказать. Когда Павел уходил, он прихватил с собой Веру, а вместе с ней все ее коттеджные проекты. И, кстати, у Веры с Аркадием были отношения. Послушай, вот это тебя вообще не касается.
А наши отношения закончились за полгода до моего ухода. Неважно. Главное, за Верой к Павлу свалили практически все заказчики. Аркадию остались лишь убытки от нереализованных проектов. Вера Андреевна, это все так? Да. Почти, только еще кое-что. Мы где-то за день до убийства с Пашей ходили в кадастровую палату, и там как-то случайно оказался и Аркадий тоже. Они чуть не подрались, я еле их разняла. А Аркадий что-нибудь говорил? Кричал, что убьет. А когда были компаньонами, ладили? Дружили, не разлей вода. А был случай, когда Аркадий Паше даже свою машину подарил. Ну что ж, дамы, думаю, я не буду вас больше задерживать. Спасибо. Оксана, останься, пожалуйста. Мне завтра утром нужны документы в коттедже Поливанова. Сама их и готовь. Я не собираюсь тебе подчиняться. Отлично. Вера, можете ответить мне еще на несколько вопросов о клиентах? Руслана, вот я никогда не была на Мальдивах. Ты обязана там побывать. Снимать стресс лучше любого лекарства. Дорого. Да. Если бы кто отвез? Ну, девушка, у вас запрос. О, моя благоверная. Ты что, плакала? Кто тебя обидел, солнышко? Любит ее, да? Она его. А я не в курсе. Я в чужие отношения не лезу. Мне просто, может, показалось, что вам, Руслан, не безразлично, вы так мило беседовали. Быть милой и любезной — это моя обязанность. Правда. Я здесь всего пару месяцев, поэтому не знаю, кто кого любит, а кто кого ненавидит. Может быть, Оксана или Вера как раз ненавидели босса, да? Я же говорю вам, что я не знаю. Но думаю, что убивать бы его не стали. Да. И, кажется, у Веры с Павлом Алексеевичем достаточно родственные отношения, да. Он крестный ее дочери Регины. Вот, видите, уже что-то. И с Оксаной вроде как родственные тоже, да? А я не в курсе. Свечку я не держала. Понятно. Люся, а с Денисом вы давно знакомы? Что о нем расскажете? Взрослый парень. Правда, в голове у него сквозняк. Но дядю он бы не убил. Слишком малохольный. Спасибо, Люся. Вы нам очень помогли. А меня не подозреваете, нет? Прям даже обидно. Надо допросить Аркадия. У меня к нему вопросы накопились. В кадастровой палате подтвердили их ссору. Даже видео обещали прислать. Потом Павел получил машину от Аркадия, значит, бывший партнер мог сделать дубликат ключей. Так? Когда поедем? Завтра. Все на свежую голову. Никуда он не денется. Денег у него нет, за границу не уедет, в тайгу тоже не уйдет. А я на футбол с ребятами за дело. Странно, что Аркадий ссорился на людях с Павлом. Если решил убить, то зачем так светиться? Новое слово выучила. Я тебя разочарую, но на практике убийца очень часто угрожает своей жертве. При всем честном народе. Даже за несколько дней до убийства. Это тогда решение приходит на уровне инстинкта, понимаешь? А уже потом включается рациональное мышление, обдумывается способ, план. И мотив у Аркадия был. Причем мотив очень серьезный. Мы ничего не знаем про Дениса, между тем он наследник фирмы. У него мотив не меньше. Он сам слабак. Слабак. Убить из подводного ружья. Нет, здесь нужен особый цинизм. Руслан. Жена изменяла ему с Павлом, а он хоть и притворяется, что любит свою Оксану, на самом деле это не так. Откуда знаешь? Ну, он, когда ее утешал, он даже ее не обнял, просто вот так за локоток придержал и все. Нет, нет. Таких аргументов я еще не слышал. Это, наверное, что-то женское. Не подходит. Это серьезный аргумент. Я знаю, что говорю. Ну, сама что ли так было? Не имеет значения. Дуй на футбол. Давай. Доброе утречко, Аркадий Ильич. Капитан Бугров. Поговорим? О чем? О жизни и о смерти. Вашего бывшего компаньона, Павла Рябинина. А, хорошо. Я только выключу ближний свет. Валяйте.
Так он у вас... При обыске в доме Аркадия были найдены ключи от машины убитого Павла. Зато сам он как сквозь землю провалился. Как ты мог ее упустить? Вон, кроссовки у тебя какие фирменные. Дорогущие, поди, козырные. Таких сам Бог велел догнать. Садись. Я его из-под земли достану. План действий. Я проверю все его связи. Опрошу родственников, бизнес. Наверняка появятся какие-то зацепки. Неделю придется в комп, утнувшись башкой, сидеть. Он за это время кругосветку совершит. Не совершит. Ты же умный мужик, отличный сыскарь. Давай распределим свои силы как-то. Сейчас не понял. У тебя бесплатный помощник. Посади Киру за комп. Сам в поля. Людей ворошить. Ну, вообще-то я и сам собирался так поступить. Давай. Что ты делаешь? Ты чего? Это заключение по экспертизе. Да? А почему похоже на обертку от бутерброда? Так, все, я сказал, ничего не трогай здесь, садись. Только клавиатура и монитор. Что-нибудь найдешь интересное, сразу звони. Хотя и так понятно, что я его раньше тебя найду. Предлагаю пари. Кто быстрее найдет? И никаких пари. Ясно? Я его быстрее найду. Все, работай. Я тоже знаю, кто быстрее. За день до убийства ваш муж угрожал Павлу. Есть свидетели? Аркадий не убивал, вы что? Он не смог простить предательство Павла, но убить... Нет, это не мой муж. Тогда почему он сбежал? Этого я и сама не понимаю. Но сбежать и убить — это ведь не одно и то же, правда? Да, сначала убивают, потом сбегают. Аркадий не убивал. Слушайте, а давайте мы вместе его найдем, а? Чтобы в этом убедиться, а? Мне нужны контакты его деловых партнеров, которые могут знать, где он скрывается. Есть такие? Ну, есть. Ярослав Калинин. О, привет. Здрасте. У вас что, с ним отношения? Нет, рабочие. Да ты не обижайся, просто он никого к своему столу не подпускает. Да. А ты, я смотрю, энтузиастка. Да? Любишь всякие клубки распутывать. Ну да. Ну смотри, будь осторожна. Можно такого насмотреться, что до конца жизни тебя кошмары не отпустят. А вас кошмары преследуют? Меня? Не. Я уже закаленный боец. Ну, какое-то время назад пришлось прибегнуть к помощи психиатра. А мне, знаете, вчера приснился труп Рябинина, и он как будто бы лежит, у него стрела из груди торчит, а он так лежит и ухмыляется. О! Вот. Кира, вы знаете, мне кажется, вам нужно вернуться к привычному распорядку жизни. Ну, пока там каникулы, я не знаю, куда-нибудь рвануть, на море, на пляж. Я бы сейчас бы все отдала, чтобы где-нибудь недельку оказаться в Сочи, например. Ну да. Да. Вот, кстати. Визитка. Очень хороший проверенный туроператор. И берет недорого. Ух ты. Угу. Спасибо. Да не за что. Берегите себя. Спасибо большое. Алло, здравствуйте. Это вас беспокоит Кира Маргулис, я журналист портала «Умный бизнес». Да, хотелось бы завтра взять интервью у господина Калинина. Угу. Да, в 12 подписание контракта. А вот я тогда после 12 и буду, да? Спасибо, благодарю вас, благодарю. До завтра. Завтра у Аркадия очень важная деловая встреча, подписание договора. Главное, чтобы он там был. Ну, он шел к этой сделке 2 года с момента ухода от Павла Рябинина. Он не сможет ее пропустить.
Убедила. Где и когда встреча? В офисе Ярослава Калинина. А время? К 12. Молодцы. Продолжайте в том же духе. Ты что, тебе на задержание придется дать? Еще попробуй не взять. Если в прошлый раз он сбежал, то в этот раз может оказать сопротивление. Он не будет сопротивляться, я его изучила. Послушай, психология преступника – это вещь тонкая. Так что стоишь и не вмешиваешься. А ты? А я весь в белом. Где? И он тоже. И снова здравствуйте. Только давайте на этот раз без глупостей, хорошо? Я готов сотрудничать со следствием. Готов рассказать все, что знаю. Расскажешь. Ты мне все расскажешь. Только не здесь. В моем кабинете. Да? Давай к машине. Я думаю, признается чистосердечно. И поставим точку. А я считаю, что это не он убил. Ну, конечно. Ты же его изучила. Проверка его принтеров подтвердила, что никаких угрожающих писем на них не печатали. Но он мог напечатать на другом. На своем это уж совсем тупо. На чужих опасно. Могут увидеть посторонние, и потом убийца не сдается с улыбкой на губах. Он мог нанять киллера. Подводного? Такие существуют? Существуют. Существуют. Да. Все, свободен. Садись. Че ты все время улыбаешься? Все же хорошо. Я был на грани разорения после того, как Павел меня кинул, но я не сдался и через 2 года пришел к своей главной сделке подряд на строительство многоэтажного жилого комплекса. Ты бы тоже улыбался. А в прошлый раз вы убежали, потому что боялись, что вас задержат и сделка сорвется? Ну, да. Все же видели, как я сцепился с Павлом у кадастровой палаты. Поэтому счел за лучшее сбежать. Вы поймите, эта сделка решает все мои проблемы. Боюсь, что не все. Подозрение в убийстве еще никто не снимает. Так что зря улыбаешься. У меня нет мотива. Зачем мстить, когда у тебя миллионный контракт? Да и алиби имеется. В день убийства в районе 14:00 у меня была встреча на другом конце города. Человек 5, как минимум, подтвердят. Будь любезен. Имена и номера телефонов. Пиши. Я понял, спасибо. Ну что? Все подтвердили алиби этого клоуна. Был бы я принципиальный, я бы вляпал ему сопротивление властям. Чипсы будешь? Не, я чаю хочу, есть у тебя? Да, там в шкафу возьми. Только не говори мне сейчас, что ты меня предупреждала о том, что он не убийца. Ну, ты же сам сказал, не переживай, мы найдем новый след. Может, у тебя уже есть этот таинственный след? Пока нет, но идеи появятся после скалодрома. А? Когда повисишь, как летучая мышь, головой вниз. Ха-ха. Между прочим, активное скалолазание способствует выделению адреналина, и кровь, попадая в мозг, прочищает его. Да? То есть ты намекаешь, что мне тоже не помешает прочистить мозг? Ну, а чего, я не против, если возьмешь меня с собой? С удовольствием. Давай прямо там в 7. Хочешь веревку мне перерезать, да? Наоборот, я всегда рада помочь другу. Чего? Что такое? Крошки прилипли все. Опа! Воркуете, голубки? Ну, простите, что помешала, мы вообще-то здесь работаем. Капитан Бугров, почему вы не явились ко мне с докладом? Почему такой официоз? Я вообще-то задала вопрос. А, ну, были с докладом у Громова, потом поехали на задержание подозреваемого, потом допрашивали его. Мы были, это вот, с ней? Ну да. Я же тебе говорил, Кира наш консультант. Значит так, этим делом руковожу я, и мне здесь консультанты не нужны. Лена, ну ты что? Она реально помогает. Помогает что? Создать интимную обстановку, да? Значит, в деле Рябинина консультанты по математике нам не нужны. А встречаться со своей подружкой, капитан, вы можете в свободное от работы время. Это ну что ты, а? Ну что ты? Это распоряжение Громова было. Я тут при чем? Ну, значит, с Громовым я поговорю отдельно. Вообще-то задача по расследованию пока что ставит Следственный комитет. Ну ты чего? Эй! Ира! Послушай,
Ну, признайся, что консультантша ни при чем, да? Дело ведь у нас с тобой. Игорь, я не позволю так с собой поступать. А ты как со мной поступила? Мы с тобой целый месяц встречались. А потом ты клялась, что ты в разводе. Потом я узнаю, что ты замужем, разводиться не собираешься. Ну, хорошо, если я разведусь, ты на меня женишься? Да, давай без обид, я вообще больше жениться не собираюсь. Понятно. И с Кирой у тебя чисто рабочие отношения. Именно, да? Именно. Поэтому я прошу, отмени ты свое дурацкое решение, а? Игорь, послушай, хватит рассказывать мне сказки. И учти, я свое решение не отменяю. Будете лазать? А? Нет, румбу танцевать. Понятно. Вы первый раз. Нужна, может, помощь, инструктаж? Ничего не надо. Снаряжение дай и все. Дальше разберусь. Разбирайтесь. Свободно? Да, конечно. Вот здесь спи. А? Ноги сюда? Вообще. Спасибо. Первый раз на скалодроме? Ага. Чего на стену решили лезть? А, да. Понимаешь, хочу одной особе доказать, что я во всем ее обставлю. Мужской мотив уважаю. Борис. А, Игорь. Игорь. Слушай, бой. Может, поможешь, а? Да, конечно. Ну, вот ноги вот сюда. Ребят, главное безопасность. Вес тела переноси на ногу. Ага. Смотри, как я его. Запоминай, видишь? Вы, выше, выше, правую руку, ноги, посмотри. Да-да-да. Чуть выше. Отлично. Еще. Ты чего запыхался? А? Не в манеж, что ли, болеешь? Да не, нормально. Давай, спрыгивай. А. Ох. Ты не напрягайся. А? Посиди, отдохни. Сань, постарахуешь? Спасибо. Смотри, как другие лазают. Спасибо. Как я, например. Давай. Все, есть? Угу. Кира. Привет. Пораньше пришел. Чтоб скумекать. Что тут у вас, да как? Вон парень помог. Хороший такой доброжелательный. Боря зовут. Да, он такой. А что-то вы знаешь, что ли? Я что-то всех знаю. А. Ну да, точно. Вот ты смотри. Привет, Кир. Привет. Так это твой новый парень, что ли? Да. Очень приятно. Еще раз. На первый раз неплохо. Ну вот, чтобы ее обставить, это надо типа потеть побольше. А что, твой бывший, что ли? Угу. Ну чего ты? Слушай, я тут подумал. Про эту версию. Ну, насчет Руслана. А, в общем, ты же сама намекала, что у него с Оксаной разлад, да? А он эту версию может быть. Давай ее завтра как-то проработаем, что ли? Давай. Ты что, мне настроение пытаешься поднять? А. И все нормально. Полезли на стену. Так нормально, что на стену лезешь? Ладно, ладно. Все. Доброе утро. Добрый гаек. Здравствуйте. Здравствуйте. Нравятся мне твои родители. Ничего не могу с собой поделать. Особенно батя. Это... Ну так вон. Ничего, зато добрый. До свидания. Ну давай рассказывай. Что умного пришло в твою голову за эту ночь? Я все думаю про оружие. Убийство из подводного ружья, которое так любил Павел, имеет более важный, возможно, сакральный смысл. Ради этого стрелять из однозарядного ружья, которое сейчас нарядит целая история? Нет. Тут должен был быть стрелять настоящий подводник, который знаком со спецификой оружия. Ах, вот почему ты такой довольный с самого утра. Ты знаешь, кто у нас стреляет с подводного оружия? Так, короче, я просмотрел все клубы подводной охоты у нас в городе. Ну и вот посмотри, что я нашел. Ну, и мотив классический – ревность. Крутое, да? Ой, что-то щека чешется. Может, это чесотка? Поехали к Руслану. Чесотка. Поехали.
Смотри, какая парочка. Парочка артистов. Даже не знаю, кто лучше играет. Давай последим за ним. А мы чем сейчас, потом мы занимаемся. Главное, чтобы он нас не увидел. Потому что знает нас в лицо. А у нас третья актриса, что ли, а? Цирк на выезде, понимаешь? Плюс добрый клоун Марадоны. Жди меня здесь. А, ну давай мне еще приказывать начни. Совсем уже, что ли? Ну, это я так попросил. Давай, попросил. Чего? А? Чего? А, я все вижу. У меня за время службы третий глаз проверил. В каком месте? Так. Ладно, Руслан обналичивает деньги, сейчас снял 400 тысяч со счета. Как узнала? Стояла за ним в очереди. Ты дурак. Я тебе такой наряд сразу вычислил. Ладно, все. Если Руслан убил Павла, значит, может привалить и женушку. Маловероятно. Зачем убивать Оксану? Она могла что-то узнать и сдать его. Все, пока ты там ходила, я узнал, значит, списался со знакомым следователем, он занялся автоугонами. Здесь неподалеку, есть подозрительный автосервис. И в день убийства Руслан в него заходил. Так. Значит, он мог сделать дубликат ключей машины. И таким образом он завладел оружием Павла. Все. Пора допросить этого Руслана. Пошли. Это? Да. Похоже, этот псих сейчас убьет свою жену. Полиция! Откройте! Полиция! Ну-ка, иди сюда! Тихо. Так, я не понял. Кто тут жертва? Яна хочет меня убить. Тебя мало убить, кобель! Оксана, что случилось? Я застукала его в постели с этой сучкой Люсей. Секретарши? Животные. Животных не оскорбляем. Успокаиваемся, Такира. Займись этим бычком, а я выведу красную тряпку на улицу. Тихо. Вот сюда. Вот. А, давай. Слушай, друг, скажи-ка мне, в который сейчас? Половина пир. Замечательно. Ну вот, самое время сознаться в убийстве любовника жены. Давай, начинай. Не могу. Почему? Ну, потому что это не я, хоть я и мечтал об этом. Я когда узнал, что жена мне изменяет, решил убью гада. Даже записался на курсы подводных охотников. Представлял, как подловлю урода под водой и пробью насквозь. И убил, да? Давай. Колись уже до конца. Давай. Мог убить, должен был. Даже ружье купил. Потом в офис жены пришла новая секретарша Люся. И как-то мы с ней сразу сошлись. Сначала назло Оксане, а потом понял, что мне реально хорошо с ней. Я понял. Значит так, а признаваться жене ты не хотел, так получается? Ну а зачем? Появился острота ощущений, драйв. Зарабатывает Оксана прилично. И чувство вины сделала щедро по отношению к обманутому мужу. Так что мне хватало на себя и на Люсю. Ну, складно. Давай. Дальше давай. Ты зачем деньги обналичивал, а? Чтоб не делить при разводе. Теперь, когда фирма рулит Вера, доходы жены резко упали. Вот в перспективе на его все уволит. Понятно. Так что я решил развестись. Я понял. А зачем дубликат ключей от машины Павла делал? Это наша семейная машина. Кто заберет себе тачку. Где ты был в день убийства Павла? С Люсей. В его кабинете. Лучше бы ты его убил. Вот же неблагодарное животное. Я для него все. А что взамен? Действительно. Он мог убить Павла из ревности? Ну, вы издеваетесь. Разве что с перепугу. Он записался в клуб подводной охоты. Вы знали? Нет. Но это не для того, чтобы убить Павла, а чтобы быть на него похожим. Я уверена. А Руслан, тряпка, правильно сказал ваш коллега. Ну, он другое имел в виду. А кто еще мог желать смерти Павлу? Может быть, Денис? Все-таки племянник? Что вы о нем думаете? Эгоист и бездельник. Паша неоднократно пытался привлечь его к бизнесу, но Денис совершенно ни на что не способен. Только и дело, что тянул дяде деньги на гулянки. Были проблемы с деньгами?
всегда постоянно приезжал в офис и клянчил у Павла. А уже все знают, да, и Оксана. Где Руслан был во время убийства? Он был со мной. Мы занимались с ним любовью, но Павел тогда с Оксаной были на объекте, а Вера зарылась в своих бумагах в кабинете. Но Русланчик, он не способен на убийство. Он такой ласковый, он нежный, он заботливый и очень ранимый. А Денис? А Денис мерзкий, да, и постоянно свои ручонки в ход пускает. Я слышала, у него были финансовые проблемы. Ну, он доставал Павла Алексеевича, постоянно клянча деньги. Так, может, у него долги? Может. А? Как-то он сидел в приемной и ждал дядю. Вот, ему кто-то позвонил, Денис очень испугался. А потом что-то мямлил о том, что вернет долг. Так, когда это было? За день до убийства. Да, и он тогда пришел к Павлу просить у него деньги, видимо. Но Павел очень сильно разозлился и выпнул его из кабинета. Ну вот, хоть что-то. Ладно, спасибо. Нет, я ничего не знаю про конфликт Павла и Дениса. Нормальный парень. А у вас он просил деньги? Нет, никаких просьб, никаких переводов. Я вам могу бухгалтерию показать. Если можно. Простите, но мне нужно ехать в банк. Если у вас остались какие-то вопросы, то мы с вами можем их обсудить завтра, например. Хорошо. До завтра. До завтра. До свидания. А мне показалось, что это сообщение как-то очень сильно ее напугало. Ты не находишь? Она что-то скрывает. Явно не хочет подставлять Дениса. Может, у них любовь, а? Любовь к деньгам. Что если я сейчас переведу эти деньги просто, фирма, а банк... Вера, это не твои деньги. Меня закопают сегодня, ты понимаешь, нет? Так, стоять! Стоять, говорю! Они же видели меня. Потому и уехали. Я эту машину знаю. Я видел ее на камере наблюдения, на трассе, недалеко от коттеджа. Ну, зараза, а. Слышь, Кошелка, где мои бабки? Или хочешь закончить, как твой босс? Привет. А мама дома? А мамы нет. А почему ее ищет полиция? Мы просто хотим с ней поговорить. Это по поводу убийства дяди Паши. Да. Ты чего не знаешь об этом? Ну, то же самое, что и все. Кто-то убил крестного из подводного ружья. А где мы можем ее найти? Помоги нам. А мама будет с минуты на минуту. Она позвонила, что уже подъезжает. Спасибо. Может, зайдете? Нет, мы на улице подождем. Хочу пообщаться с водителем красной тачки. Она же была на камере. Вы, наверное, меня ждете. Да мы вас с Интерполом уже ищем. Мы видели, как вас Денис увез на машине. Если вы скажете, что этого не было, я окончательно разочаруюсь в людях. Было. Чего он от вас хотел? Того же, что и всегда. Денег. А зачем ему деньги? Не знаю. Гулянки, клубы, девушки. Просто Павел его никогда не баловал так. Давал понемногу. Да мы знаем, что он задолжал крупную сумму денег. Вы не знаете, кому? Нет. Но деньги он просил у меня. А кто еще был в машине? Я не знаю. Какой-то громила. Может быть, для устрашения. Так вы дали ему деньги? Нет, конечно. Я просто тяну время. Если я дам такую большую сумму, то фирме конец. Ладно. Вопроса больше нет. Я могу идти? Идите. До свидания.
Помогите! Стоять, я сказал! Не надо, ты его зашибешь! Никто не пожалеет, только на меня смотри! Мне сказал, смотри! Я говорю мне, ты убил дядю? Нет, я никого не убивал. Твои отпечатки найдены в комнате, где был убит Павел. Ты единственный наследник. Тебе все время нужны бабки, а ты кусок сала. Не можешь их никогда заработать. Ну говори мне, говори! Я клянусь, у меня были нормальные отношения с дядей. Где ты был в момент убийства? Где? Дома. Отсыпался после тусы. Соседка может подтвердить, она к глазку приклеена. А откуда твои отпечатки в коттедже? Ну, я был накануне. Дядя попросил присмотреть за грузчиками, обещал заплатить. Но потом передумал, да? Передумал? А тебе бабки как раз очень нужны, да, очень нужны. Ты разозлился, пришел, начал с ним конфликтовать. И потом, ну, говори ты, давай говори мне. А что там было? Принтер. И где он? Сломался, я его выкинул. Куда, когда? Ну, пару дней назад, в окно, куда же. В это? Сидеть. Растащили все, обломки корпуса валяются. Ты что, тоже меньше, что? Сидеть, я сказал. Из города ни на шаг, телефон дал. Дал телефон мне, быстро достал. Это мой номер, понял? Как только позвоню, сразу мне будешь перезванивать. Ты понял меня? Понял. Давай. Ну вот, вернулся Денис под утро. Я как раз кошек кормила. У нас их в подвале штук 7. Вам, кстати, кошечка не нужна? У нас тут такая рыженькая прибилась. Рыжая – это хорошо. Во сколько он ушел? А ушел вечером. А, и дверь хлопнула, я выглянула, смотрю, Денис куда-то намылился. Ну и опять до утра. Вечером – это во сколько? А это 10 минут после 5. Я стиралку в 5 включила. Стиралка-то, наверное, громко работает. Как же вы услышали? Так он дверью так шваркает, как она у нас еще с петель не слетела. А еще что-нибудь расскажете про Дениса? Кошек он любит? Не думаю. Ну, хотя и не обижает. Вообще-то он хороший мальчик. Спасибо большое. Вы очень помогли, спасибо. Ну, про кошек это, ну, конечно, и про хорошего парня. Это она перестаралась. Знаешь, что вспомнила? Ты, когда Дениса прессовал, он вырывался и кроссовками оставил черные полосы на полу. А чего ты раньше молчал? Что мы время тратим на эту бабулю? Ладно, все. Денис у нас на крючке. Меня сейчас больше интересует его подельник на красной машине. Я думаю, он ему уже позвонил. Это возможно. Это возможно. Ну все, пошли. Отрава. Да? Не скажи. У меня примета есть. Как только с беконом беру, сразу нападаю на след. Давай. Смотри, вон там машина. Работают чипсы. А вот ее хозяин. Знаешь его? Да вроде нет. Но сразу видно, за плечами этого человека 2-3 срока. Сейчас пробью. Наверное, ему и задолжал Денис. А вот и ответ. Рецидивист. Николай Николаевич Иноземцев. Да. Дважды судим за грабеж, вымогательство. Ну, это парень из 90-х, а теперь он владелец ресторана пивного. Платит налоги. Думаешь, он убил Павла? Я почти уверен. Ладно, надо только Дениса допросить. Ну, если вы, конечно, мне дозволите расширить границы допроса. Куда уж шире. Громов сказал, что у тебя и так два строгих выговора. Ты хочешь вылететь из органов? А ты что, боишься остаться без развлечений? Ну, тогда давай я предлагай, как получить эти доказательства. Ну, есть вариант. Вон там, видишь, на двери объявление. Им нужно продавщица. Чего? Ты что задумал, а? Он тебя расколет на два счета. Все. Хватит. С тобой что-то случится, и меня посадят.
А, так ты за себя беспокоишься. Так я тебе сказал. Нет и точка. Здрасте. Есть кто? Тебе чего? Здрасте, я по объявлению продавщицей. Как звать? Надюха. А чё? Пойдет? Повернись. Заценю твою корму. Там корма? Выходи завтра. Только юбку покороче найди. У нас все клиенты мужики, надо соответствовать. Понятно. У меня большие планы. Хочу открыть сеть наливаек. Так что, если сработаемся, будешь в шоколаде. Перспективно. Свободно. До завтра. Давайте помогу. Ой, ох. Ой, спасибо, сынок. Набрали-то сколько? Все руки оборвала. Так у вас еды тут килограмм на 10. Вы что, подводную лодку собираете, что ли, а? Так пока скидки решила взять. Трудно одной, да? Да. Уж помереть бы и не мучиться. 64 уже. Ну так в вашем возрасте надо уже о спасении души подумать. А вам что, приходится врать, выкручиваться? Нехорошо, грех на душу брать. Грешна. Бес попутал. Пенсия маленькая. А Дениска целых 5000 обещал, если скажу, что он дома был. Понятно. Ну что, заплатил хоть? Обманул, стервец. Ну ладно. Хоть камень с души сняли, то хорошо. Давайте, донесу до квартиры. Пойдемте. Ой, спасибо тебе. Пожалуйста. Девушка, я какое заказывал? Светлое. А вы какое принесли? А, светлое, вон, просвечивает же. Ладно, давай уже, нет времени объяснять. Ты вообще торговала раньше? Конечно, в галантерейном просто. А то, может, ты из ментуры засмана? А, да я объясню, просто вот именно с пивом у меня немножечко не получается. Я угораю с тебя, Надюха. Да разберешься, это вообще не проблема. Да, я выучу. Новенькую взял. Ладно, не пялься, не твой уровень. Ты же у нас мажор. Пойдем. Пойдем подсобку побазарим. Ты чё, Изюм? Это с фирмы? Я потом поговорю. Сейчас. Алло! А ты чего трубку не берешь? Забыл, о чем договорились? Алло! Чё ты молчишь? Ты телефон проглотил, что ли? Я звонка не слышу. Короче, жду тебя в РОВД. Приезжай прямо сейчас. Поговорим о твоем кореше, Изюме. Я не могу сейчас. Значит, отменяй все свои дела. И ты договорился, сотрудничать со следствием, надо выполнять. Понял? Хорошо, сейчас подъеду. Молоток. Вот так бы сразу. Откуда этот мент знает про меня? Ты меня сдал, дятел кончен. Я не сдавал, Изюм. Сам дядю замочил, а меня решил подставить. Сейчас я буду тебя медленно убивать, а ты будешь мне все рассказывать. Понял? Ага. Изюм сейчас убьет Дениса в подсобке магазина. Что ты там делаешь? Сейчас я прямо все бросил. У меня, между прочим, шаурма остынет.
Так, я через 10 минут приеду, чтобы за километр ушла от магазина. Что ты рассказал менту обо мне? Изюм, клянусь, я ничего не говорил. Ничего не говорил. Значит, минус палец. Тихо, сиди, пикнешь, завалю. Ты чё, кобыла безрукая, столько товара перекоцала. Будешь все отрабатывать? Да, да, я отработаю. Наведи здесь порядок. Ага. Ну чё? Сюда. Вспомнил? Нет, всё, правда, я ничего не говорю, правда, честно. Ты говоришь, Зюм? Чё это такое? Тихо будь. Ах ты стерва. Ты это спецом. Нет, я случайно, правда, я все отработаю. Тоже ментовская. Чего? Алло, ты чего базаришь здесь? Ты кто такой? Я кто такой? Я тут самый мент. Так. Фига себе, а ты что так вырядился? За работу устроилась, я ж тебе запретил. А ты кто такой, чтобы мне запрещать? Чего? Я тебе, между прочим, жизнь спасла. Ага. Надюха в натуре крутая девка. Жаль, что с ментами связалась. Мы бы с тобой намутили делов. Надюха. Смешно. Мне давай тоже дальше. Было смешно, когда ты у стены прижатый стоял. Чё? Так, ты Изюм, давай колись. У тебя тачка засветилась на камеры, когда ты подъезжал к дому Павла Рябинина. Но вспоминаешь такого? Ну, Дидян, того лоха из подсобки. Дальше что было? Я приехал туда с моим должником Дениской. Он сказал, бабки возьмет у родственника. Сидел в тачке, пока он ходил за бабкой. А во сколько это было? Ну, примерно час копейками. Он вернулся через 5 минут пустой. Дидян не дал ему ничего. А ты чё? А я дал ему в зубы. И последний срок, который истек сегодня. Я же говорю, все по понятиям. Да, так и было. Дядь Паша денег не дал, и мы с Изюмом уехали. Послушай, Денис, ну мы же знаем, что ты не убийца. Вот твой дружок, он убьет и даже не задумается. Ну ты же не такой, если бы не наш оперативник, тебя бы тоже не было в живых, так? Поэтому ты не бойся. Ты скажи, а мы тебя защитим. Ага. Ваш оперативник себя защитить не может. Так. Если бы не та тёлка, которая Изюма вырубила. Подожди, какая тёлка? Да там, в общем, продавщица одна. Так, уведите задержанного. Денис, ты подумай хорошенько. Тебе лучше сдать Изюма, потому что на зоне тебе придется очень несладко. Ну, что скажешь, Игорь? Чего тут говорить-то? Убить Рябинина могли эти двое. И у племянничка мотив есть. И у Изюма деньги тянуть с Дениса. Да, я согласна. Все остальные версии тогда отбрасываем и раскручиваем этих двоих. Слушай, а вот эта тёлка, продавщица, про нее что-то в протоколе вообще ни слова. Это она? Кира? Да. Да. Я не знаю, нравится тебе с собой таскать эту, как ее, замухрышку? Ну, пожалуйста, таскай. Я же не против. Только не обижайся. Ох, пора, Ира. Пора, Инка. Пора. Пора, пора. Эти двое, конечно, конченые подонки, но Павла убили не они. Вот, вот давай только не изобретать велосипед, ладно? Они были в коттедже, им нужны деньги, все. Но они не стали бы слать Калинину письма с угрозами. Такие письма свойственны обиженным женщинам. Нам нужно искать эту даму и ее неисправный принтер. Ой, послушай. Ты мне, конечно, прости, Надюха. У меня есть начальство, есть приказ. Я его выполню. Про Надюху было смешно первый раз, и то только тебе.
Вообще, мне даже как-то за тебя обидно. Что-то у тебя сломалось. Чего? Я не понял. Ну, я же вижу, что ты просто не можешь отказать своей любовности. Ну, думаешь ты так же, как и я. Я не понял, чего ты так нервничаешь из-за Иры? Что, ревнуешь, что ли? Я? Да. Меня волнует расследование. Меня тоже. И я без всяких любовниц уверен, что этого подводника завалили либо Денис, либо Изюм, либо оба. Ясно? Тогда жаль вдвойне. Пока. 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 И откуда отправлял Павлу письма с угрозами? Где находится принтер с изъяном? Кому принадлежит обувь с черной подошвой, которая оставляет полосы на паркете? Почему убийство именно из подводного ружья? Почему Марадона такой упрямый придурок? Та-да-да-дам-та-дам! Кирочка! Картина Репина не ждали. Именно. Вам чай приготовить? А, нет, мам. Да-да-да-да-да. С пирожками. Хорошо. Чего пришел? Сказать, что ты была права. С этим Денисом, оказывается, не так все гладко. Я был в фирме у нотариуса, и мне сказали, что он продал 50% фирмы этой Вере. И вот у меня. О, Вера становится все интереснее. По словам секретарши, после смерти Павла она ведет себя как хозяйка. Профессионально? Можно? Почему Марадона такой упрямый придурок? Ты выучить хочешь? Могу скинуть, дома продолжишь. Давай. Рингтон на твои звонки поставлю. Ну что? Давай угадай мне теперь, где работает дочь Веры? Регина? В салоне печати фото и документов? Точно. Что, пойдешь туда устраиваться, да? Ну, мастер перевоплощения. Надюха. Надюха. Есть. Ну что, чай готов. Пирожки на столе. Пойдемте. Вот. А ты спрашивал, зачем я приходил? Ну как там? Нормально. Машина поцарапалась. У меня есть доказательства. Ну давай, не тяни уже резину. А вот и оно. А я уже, значит, оно. Игорь, я не понимаю, почему у тебя здесь проходной двор? Я же требовала, чтобы здесь не было посторонних, так? Я консультант. Кира, послушайте, если нам нужна будет какая-то консультация по поводу школы, мы обязательно к вам обратимся. А сейчас спасибо, до свидания. Ира, она нашла принтер, на котором печатали письма с угрозами. Смотри. Смотри. Эти письма печатала дочка Веры, Регина. Она работает в салоне печати. И на письмах, и на объявлении те же самые строчки сбиваются. Ну что, мне кажется, пора угостить Киру мороженым за счет следствия, а? Как вы считаете, Ирина Александровна? Ирина Александровна, хорошо, я беру свои слова по поводу школы обратно. Все, пора познакомиться с этой Региной Резиной. Ты знаешь, у меня в школе так шутят самые неостроумные. Ну ничего, вот у нас самый главный остряк. А что, очень даже похож. Чего похож? Кто похож? Смотри. Пропал кобеля, крас черный, кличка Мараду. Чего? Да-да-да. Я похож? Да. Это я похож? Ну, похож. Вот женщина, народ непринципиальный. Купишь ей мороженое, все. Она уже не обижается. Да, вообще на тебя никогда не обижалась. Правильно, чего тебе обижаться-то? Я ж тебя перед Ириной отмазал. Хочешь? Чего ты делаешь? Прости, прости, пожалуйста. О, Регина твоя идет. Тихо, 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 стоять, 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 стоим. Привет. Стоим. Ты отправляла Павлу письма с угрозами? Да, но я никого не собиралась убивать. А что собиралась? Развлекаться просто? Я просто хотела его напугать за то, что он несправедливо отнесся к моей маме. А он ведь твой крестный, да? Да, но все его чувства показушные. Они когда с мамой ушли от Аркадия, он обещал ей долю в новой фирме. Но что-то потом не задалось. Мама долго ждала, а потом она поставила ультиматум. Либо он отдает долю, либо она уходит. И тогда он сказал, что он нашел нового архитектора. А ты не знаешь, кто это?
Я думаю, что это Люся. Она в этом году закончила архитектурный. Ух ты. Метелочка Руслана архитектор? Игорь. Так, а почему ты в полицию не заявила? Сразу, как только узнала об убийстве Павла. Я испугалась. Я испугалась, что меня обвинят. Ну, это ты правильно сделала. Так и есть. Но я не могла убить. У меня гемофобия. Да? Я боюсь крови. Ну, сейчас проверим. Тише. Грин, ты с ума сошел? Да ладно, мне не больно. Нормально? Ну, в общем, это не Регина. У нее гемофобия. Сам видел, да и врач вот подтвердил. Ну, я не знаю, может быть, она приняла какое-то успокоительное, чтобы приглушить симптомы. Нет, вон, хроматомиоспектрометрия. Угу. В общем, в крови ничего не обнаружено. Ни успокоительного, ни слабительного, вообще ничего. Вон, есть геолокация ее телефона. В момент убийства она была совершенно в другом месте. Угу. Еще и сообщения записывала своей подружке голосовые. Угу. Я сомневаюсь, что она могла записывать сообщения, да еще и стрелять из подводного ружья. Угу. Ну да, потом так тупо попасться на принтере. Ты прав, Марадонна, это не Регина. Ну что, роем дальше? Ну да. Но ту же яму. Получается, что у нас остается версия Денис Изюм. Чего? Ира, ну ты совсем, что ли, издеваешься, а? А если бы я с тобой встречался, такая же была упрямая, что ли? Нет. Для меня работа и личное не пересекаются. Mm. Хотя... Mm. Я так и думал. Все, Ира, пока. Пока-пока. Давай. Люся, а почему вы не сказали, что закончили архитектурный? Ну, Павел Алексеевич попросил до поры никому не говорить. Он сказал, что когда Вера уйдет, я займу ее место. А Вера знала об этих планах Павла? Ну, я думаю, что догадывалась. Именно поэтому она меня нагружает секретарской работой с утра до вечера. Вот секретарша все знает. Что волновало Павла в последнее время? Ну... Он мечтал подстрелить игровую акулу в берегов Новой Зеландии и называл это просто апофеозом всей своей жизни. Да, и я оформила ему поездку, и он должен был послезавтра лететь. Дорогое удовольствие. Да, очень. И Павел Алексеевич боялся, что Вера об этом узнает. Но Вера все-таки узнала после его смерти и приказала аннулировать тур и вернула все деньги в компанию. Хобби за счет фирмы. Да. Люся, пожалуйста, постарайтесь вспомнить, а было ли что-то вот, ну, такое необычное в поведении Веры перед убийством Павла? Накануне она перевесила картину в своем кабинете. Причем на стену за спиной. Хотя раньше она всегда говорила, что вдохновлялась, глядя на нее. Сможете показать? Вот так. Можно? Странное отверстие. Как от стрелы. Просто так стрелы около головы не втыкаются. Угу. Люся, скажите, пожалуйста, а в день убийства Вера точно никуда не отлучалась из офиса? 100%, потому что я находилась на рабочем месте. Вот и... Она постоянно открывала окно, и у меня со стола слетали бумаги. Ну, просто жарко было. Спасибо. И давайте мы никому не будем говорить об этом, хорошо? Нам надо все проверить. О, ты со мной решил полазить? С чего бы это? А я люблю острые ощущения, особенно такие, как молнии из глаз твоего бывшего. Что, он тоже сегодня придет? Ну, давай я тебе дам его номерок, вы встретитесь где-нибудь, выпьете, послушайте музыку. Ох, язычок у тебя. Так, давай. Решил, поехали. Меня с тобой веселее.
Я все больше подозреваю Веру. У нее был серьезный конфликт с убитым и не менее серьезный мотив. Ей выгоднее всех казалась его смерть. Ой, у этой Веры железное алиби. Она была в момент убийства в офисе. Все. Давай, садись в машину, пока я не передумал. Чего? Да. Это еще зачем? Я и так справлюсь. Такие правила должна тебя страховать. Что? Чтоб женщина меня на веревочке водила? Не дождешься. Ты хочешь на сцену или нет? Ладно, давай. Что делать-то? Ноги вставлять. Я сам знаю. Хватит. А ну, мелкота, отойди. Сейчас дядя класс покажет. Давай. Почему? Мы тоже хотим. Все, говорю, давай отсюда. Красавчик, еще немного и можно в горы. А? Круто, да? С работы попрут. Пойду на высотки окна мыть. Девушка, вы бы от стеночки отошли? Рабочие недавно здание красили, еще не высохло. Кира, ты чего тормозишь? Опускай! Ну ты чего, а? Что, хочешь меня посмешищем выставить, да? Не можешь допустить, что кто-то может быть лучше тебя? Что так за глупости, Игорь? А вы что ржете? Ну-ка, оружие, контрабанда, наркотики есть? Литература эротического содержания есть? Завтра же мне, чтобы сюда с родителями к 6, с объяснительной. Смеются они. Послушай, что я поняла. Да хватит уже. Отправила на почту. Какие, которые по котельникам были. Когда прочитаешь, на почте ознакомишься, тогда ты мне отпишешься. Все, жду. Давай. Позволю тебе сломать себе жизнь. Ну, как посадка? Довольно мягкая. Как узнал? А, это долгая история. Потом расскажу. Главное, что я успел. Да. Это главное. Вера. Сереж, забирай. Вера, давайте без глупостей, хорошо? А? Пройдемте с нами. Вот и здорово. Забирайте, забирайте. Пройдемте, гражданочка. Не суетитесь. Ну и как ты догадалась? Когда увидела меня висящего под потолком на складроме? Почти. Вспомнила, что в день убийства здесь работали маляры. И Вера могла спуститься, не привлекая внимания. А еще ты оставил вчера на стене след от скальника. Молодец. А ты как узнал? Молодец. По камерам видеонаблюдения. У Веры же своей машины нет. Поэтому я подумал, что она могла пользоваться общественным транспортом. Начал проверять все камеры видеонаблюдения на этом маршруте и увидел, что где-то на полпути от коттеджа Вера подъехала на такси на одну остановку, пересела на маршрутку и уехала. А? Ловко придумано? Да. А таксист нашел? Да, нашел. Он мне подтвердил, что он забирал Веру где-то в квартале от офиса. Вот и все.
Также я поговорил с Аркадием. И он мне рассказал очень много интересного о своих бывших партнерах. Например, о том, что он знал, что Павел ворует у него деньги на свои эти рыболовецкие туры. Вот. И вообще он понимал, что этот Павел человек гнилой, и что ему нужны только деньги. Он пытался это Вере объяснить. Та не захотела верить. Также она не захотела простить разрыв. И, в общем, у меня все сошлось. М? Кроме того, как Вера вышла из здания. Нет, это тоже. Потому что при разговоре Аркадий мне рассказал, что Вера в молодости обожала горы и даже была неплохой альпинисткой. Все, у меня все сошлось. Ну что, поеду допрошу ее? Да, поезжай, мне нужно найти телефон. Там фотографии следов верных скальников. И, наверное, на допросе будет Ирина. Но лучше не буду ее лишний раз нервировать. Ну, это да. Это, пожалуй, что да. Ладно, как найдешь телефон, сразу скинешь мне ее фотографии, хорошо? Да. Молодец. Ну, может, как-то встретимся вечером? Может. Давай. Молодец. Вера Андреевна, у нас есть все основания подозревать вас в убийстве Павла Рябинина. Я предлагаю вам признать вину. Я не убивала. У меня есть алиби. Алиби Дуты. Вы спустились по стене. А поиск свидетелей, которые видели, как вы садились в такси, это так, вопрос времени. Спуск по стене и поездка на такси – это еще ведь не убийство? Почему хотели убить мою помощницу? А я перепутала. От страха. Думала, воры или, может быть, поддельник того урки. Тогда расскажите, куда вы поехали в день убийства? На природу. Хотела отдохнуть от офиса. Ну, так сказать, набраться творческих идей. И совершенно случайно вышли у дома, где убили вашего босса, так? А кто вам сказал, что я вышла именно там? Через пару километров есть чудесное озеро. Там песчаный пляж, сосны. У нас есть фотографии следов, которые вы оставили своими скальниками. Вот прям моих. Где они? Плохо дело. Охранник сказал, что в день убийства, минут за 15 до нашего приезда, Вера выходила из офиса с полиэтиленовым пакетом в руках. Значит, там были скальники. И когда она вернулась? Через 5 минут. Значит, до контейнера и обратно. Ну что ж, не все потеряно. Пусто. Значит, его недавно увезли. Марадона, я их вижу. Кира, я тебя люблю. Мужик, слышь, мне твои шузы нужны. А мне твои. Чего? Охмелел, что ли? В КПЗ давно не ночевал. Угроза силовых структур требует адвоката. А, давайте я у вас их куплю. Что? Давайте честный бартер. Ну куда тебе мои-то, а? У тебя нога вон какая маленькая. Ты в моих утонешь. Осенью шерстяной носок как раз буду. Ладно, черт с тобой. Ну что, долго еще? Потерпи с минуты на минуту. Вера, это заключение экспертизы по вашим скальникам. Мы нашли на них краску со стены офиса, а также капли крови вашего босса. Да, Павла убила я. Из-за денег? Из-за тех, которые он обещал, но так и не отдал. Мой проект позволил приносить ему огромные прибыли. А этот гад все тратил на свои экстремальные туры подводной охоты. Не грохнули своего босса из подводного ружья? Нет. Это он чуть не застрелил меня. Я пришла к нему и сказала, что я знаю его поездки за счет фирмы. Он как раз в этот момент собирался. Он зарядил ружье, направил его на меня и выстрелил. Прямо в стену рядом со мной. А потом сказал с ухмылкой, что люди, они как животные, делятся на хищников и жертв. И что в следующий раз он выстрелит гораздо точнее. Это было очень унизительно. В тот момент я поняла, что я просто не смогу стерпеть такую обиду. Он украл у меня все.
мою мечту о собственном коттедже, в котором я бы смогла делать все, как я захочу, без оглядки на клиента. И вот тогда я подумала, а почему бы нам с ним не поменяться ролями? Я буду хищником, а он жертвой. Вера, расскажите подробнее о подготовке к убийству. Проблема была только в том, как покинуть офис незаметно. Но когда рабочие стали красить фасад, я поняла, что я смогу спуститься по стене. Альпинистские навыки у меня остались еще с молодости. Но ведь вас могли увидеть рабочие, так? Я просто заранее узнала их распорядок. Один рабочий уже подтвердил, что он спрашивал о графике. Затем я вышла на соседнюю улицу, там вызвала такси, потом пересела на маршрутку. Конечно, дубликат ключей я сделала заранее. А потом я тем же маршрутом я просто вернулась в офис. И что, вы не боялись, что вас заметят прохожие? Кто обратит внимание на маляра? А эта глупенькая Люся слишком была занята копированием моих проектов. А как вы научились обращаться с подводным ружьем? Я просто попросила консультанта в магазине показать. Вы ничего не рассказали о самом убийстве. Почему на полу остались следы от вашей обуви? Потому что задумать убийство просто. Совсем другое дело нажать на курок. Ты какого хрена здесь? Ах ты тварь! Дай сюда ружье! Скажите, а почему вы тогда были так уверены, что Денис, став хозяином фирмы, отпишет обещанную долю Павлу? Я не знаю, просто потому что я всегда его как-то успокаивала. Я говорила, что да, на месте Павла я бы, безусловно, дала ему денег. Но вы знали, что Павлу поступают письма с угрозами? Вы, наверное, думали, что эти письма от Аркадия, да? Вы даже, наверное, специально подгадали. Последнее письмо за ним убийство. Что, хотели с любовником рассчитаться? Если бы я знала, что их пишет Регина. Да, она очень переживает, что фактически сдала вас. Слушай, у меня тут такая идея появилась. Кира Сергеевна, нам нужно с Игорем решить кое-какие рабочие вопросы. Пардон? Ага, окей. Ну не злись. Тебе не идет. Давай, чего там? Игорь, скажи, а у тебя что, вообще нет никакого самоуважения или... Почему ты позволяешь руководить собой какой-то там математичке? Ох, Ира. Зависть – плохое чувство. Ревность, кстати, тоже. И что ты в ней нашел? Она что, лучше меня как-то или, может быть, умнее? Ничего в ней не находил. Я занимаюсь расследованием, да? Все, давай просто остановимся на этом. Мы раскрыли преступление. Все, давай порадуемся этому. Мы с тобой. Ну хорошо, давай тогда где-нибудь сегодня посидим вечером. Давай, обязательно. Ну, в кафе в конце бульвара, да? Все, давай всем. Давай. До встречи. Че, ты не растерялся первый раз? Первый раз, как обычно, блин. Ну, а у тебя чего? Ничего, просто подумала, может быть, мы все-таки встретимся где-нибудь, отметим нашу победу. Да? А мне казалось, у нас есть еще поводы. Тебе показалось. А, ну окей. В конце бульвара есть кафешка, всем приходи. Вот и мы. Ой, ну что? Спасибо. Вся следственная группа в сборе. Привет. Да. Игорь, а ты сходи за официантом, а то нам его полгода ждать еще. Момент. А ты знала, что я приду? Нет. Вот видишь, мы с тобой вдвоем делим Марадону, а он сейчас на самом деле думает о ком-то другом. Или о себе. Вы отлично сработались. Но от такого мужика лучше держаться подальше. У тебя ничего с ним не получится. И ни у кого не получается. Потому что он сам по себе. Его не приручить. А я не собиралась. Что, заждались? Так, друг, ты давай, ставь это все сюда. И вот что, давай-ка, щелкни нос на память, а? Девочки, давайте кучнее. Давай. Ну, кучнее, говорю же. Есть? Есть, все. Спасибо, брат. Все, дальше я сам. Ну, девочки, давайте.
За наш успех. Красота. Да, следователи, они такие, особенно когда выпьют. Ты видел этого бедолагу официанта, как у Ирины допрашивала по счету? Я думал, все, она его расколется. Скажи, пожалуйста, а зачем была нужна эта посиделка тебе? Зачем Ирина? Не понял. Ты же сама предложила отпраздновать. Ладно, проехали. Пусть так и останется уравнение с двумя неизвестными. Что значит проехали? Нет, ты давай договаривай, а то, знаешь, как-то не по-дружески получается. А, значит, друзья. Ну, учитывая наши характеры, это не самый плохой вариант. На новое дело позовешь? Да ладно, ты же знаешь бытовуха. Марадон. Ладно, ладно, наберу. Давай, друг. Он оказался другим? Мы просто разные люди. Жаль. Ну почему? Может быть, эти различия помогут раскрыть нам новое чудовищное преступление? Ну да, да.